Да, алло. Здорово. Как дела, солнце мое? Да, замечательно. Что? Я был с тобой в клубе вчера. Ты меня не помнишь, да? Мой голос, моя улыбка. Не помнишь? Вообще не помнишь? Ты меня не дрожишь. Через несколько часов. Братан мой, все готов, сейчас иди кушать. Нет. Спасибо. Я не буду, спасибо большое. Ну, просто знать, это что? Это манка. Ты знаешь, что такое манка, да? Я не знаю. Это что такое? Объясни мне, пожалуйста. Это мальная каша. Мальная группа. У меня есть аллергия. Ну, спасибо большое. Я уже поел. Really, nigga? Ладно, тогда я иду кушать. Приятного аппетита. Я не буду. Ну, спокойной ночи, братан. До завтра. Когда погода решила продолжать по каждому человеку стресс. Где весна? No! Когда я должен буду ждать летом? Весна, ты где? Весна, мы тебя ждем. Иди, пожалуйста, смотри, мама есть на кухне? Никто не увидел. Это никто, это никого. Ты кого? Так нельзя говорить. Нет, ты кого? Нет, ты кто? Чё? Ничего. Что? Уля-ля. Ты знаешь, где она идет? Нигде. Куда? Куда? Она идет куда? Это правильно. Она куда тогда? Она никуда. Она где? Это правильный вопрос. И почему ты не хочешь помогать мне? Ты вообще не знаешь язык русского языка, да? Это не меня, это мне. Жди. Ты думаешь, что ты преподаватель, что ли? Я не преподаватель, я просто... Здрасте. Здрасте. Можно познакомиться? Да. Меня зовут Эвелин. Как вас зовут? Вы давно здесь? Где вы живете? У вас есть семья? Really, nigga? Жена есть у вас? Дети есть? Где вы работаете? Вам нравится мое лицо? Это кошмар, ла-ла-ла. Сейчас вы здесь, а потом вы едете, у вас не так. Дорогие друзья, у меня важная информация. Ты входишь в автобус, ты находишь место, ты сидишь. Никакого проблемы, вообще хорошо. Ну, мы знаем, что ты идешь в каждое воскресенье. Баню, сауну. Ну, пожалуйста, и не забудь, мойся каждый день. Слушай, ты приглашаешь другому пассажиру дышать нормально. Поэтому больше держать мы не можем. Пожалей нас. И наши покупаем дуги для тебя. И не забудь почистить зубы. Мир и любовь тебе. Я пошел. Тулив красиво. Здравствуйте. Можно? Можно помочь, пожалуйста? Потому что вообще я не знаю, где я. Ищу остер. Или отель. Без разницы для меня. Я турист. Все хорошо у вас? Вы давно здесь? Вы меня понимаете? Вы меня понимаете? Давно здесь? Все нормально?
Никого здесь. Мне надо помочь. Все хорошо у вас? Dis-moi ce que ça va. Tout va bien? Все хорошо у вас? И все нормально, да?